Давай расскажем, как случилось, что наше интервью состоялось. Давай. It's magic. Говорится, фокуса – это единственное, что я любила, когда ходила в церковь в детстве. Иллюзионный жанр, он в отличие от всех вообще жанров мира, он не нуждается в языке. Есть разница между фокус и иллюзия? Можно взять, грубо говоря, чемоданчик с фокусами и собрать стадион на одном обаянии, на интересной личности и постановке шоу. Называйте нас как хотите, наша задача вас удивить. Я поставил перед собой задачу не просто удивлять зрителей, а шокировать их. Нет, карта исчезнет, я уже буду сидеть в шоке от этого. Мы готовим действительно очередное крутое вселенского масштаба шоу. Реально еще одна секунда, и все, я бы уже здесь не сидел. Вот это адреналин. Да. Если вы действительно хотите увидеть крутое шоу, знайте, что только у нас, вселенная братьев Сафронов, вы окунетесь в настоящий мир магии и волшебства. Я верю, что это волшебство. Блин, вы реально кайфанете.